Всем доброе утро. Оксана, скажи привет. У нас время 7:40 утра, мы пьем, садимся чай. Оксана, тебе водичка разбавить, чтобы горячей не было. Оксана что-то с утра трясет прям всю. Видать, это переживание, что в школу идет, да, Оксана? Да не холодно, ничего. Маша сегодня вот такие вот бантики мы заплели. А Оксане вот такие вот беленькие с камешком. Машеньке косички я заплела вот так вот. Она так захотела. Всех с праздником. Всем желаю всего самого хорошего. Счастья, здоровья. Легкой вам, ученики, учебы. У кого день рождения, поздравляю всех. У меня сегодня день рождения, я сама себя поздравляю. И всех вас, у кого 1 сентября день рождения. Ура! Мы победим весь мир. Да? Ешьте давайте быстренько. Ладно, одеваемся, собираемся. Знаете, что я вам забыла показать все эти дни? Я выкопала с улицы вот эти помидорки. Смотрите, тут такие помидорки. Тут их так их много. Причем на каждом кустике так. Много уже снимали мы. Ванечка их сразу красненькими съедает с Мариной. А остальные вот зреют. И Маша даже, да, успела. Оксана тоже успевала помидорку съесть. Ну, вот видите. Тут их краснеют. Вот здесь вот краснеют. Тут краснеют помидорки. Там дальше на кустиках есть, тут даже 3 уже помидорка красненьких, ага. Так что вот так, у нас на улице вроде погода ничего. Ну ладно, одеваемся, собираемся, всех с праздником еще раз. Всем здравствуйте, снимает Машенька, сразу говорю. Это подарки, которые тебе подарили дети. Вот эту шоколадку подарила Оксана. Вот эту шоколадку подарила Машенька. Она новый вкус, который мы не пробовали. Дальше, йогурт подарила мне тоже Машенька. Дальше. И Машенька мне нарисовала вот такую вот открыточку. Очень красиво. Я очень довольна этой открыткой. Потом мне подарили 2 вот таких глазированных сырка. Один со сгущенкой, другой с кокосом. Дальше. Катенька подарила мне вот такие вот конфетки. И дочь Машенька мне еще сделала кнопку «Подпишись». Скажите, это правда красиво, да, сделала? Всех с праздником! Дорогие друзья, поставила уже на печке. Мы уже печку, кстати, топим, но ее еще не сделали. На днях сказал, печник придет, сделает. В целом, тут у меня муж начистил картошку, будем пюре делать. Здесь я поставила обжаривать морковку. Хочу потушить баклажаны. Сейчас покажу, что дальше будем делать. Так, баклажаны я вот так вот нарезала. Какие соломкой, какие вот кубики. Ну, я вот в основном кожурку кубиками резала, а остальное все соломкой. Целый тазик сделала, потому что некоторым понравилось. Некоторые распробовали это блюдо и сказали, мама, мы хотим. Мама, значит, готовит. Ну, вот в целом будем готовить. Сейчас еще почищу лук и нарежу. Дорогие друзья, муж сходил в магазин, купил 2 литра молока и колбаску. Вот такую взял. Я говорю, возьми что-нибудь к пюре. И вот он взял. Будем дальше готовить. Хочу сказать огромное спасибо вам за ваши поздравления, за ваши добрые слова. Очень приятно. У нас уже время, день, ну, ближе к вечеру, уже 5:06. Что? Ты же куда-то убирал, я откуда знаю, куда ты ее убрал. Марина, платьишко поправь, у тебя сзади задралось платьишко. У меня сегодня, кстати, ребята, еще пришел любимый Василек на мой день рождения. Там выбирали наряды девочки мне. Что-то я сама себе выбрала. Ну, я, как всегда, костюмы. Я люблю штаны носить. Ну, а девочки мне платье выбирали. Ну, я хотя их не одеваю, они у меня есть, но я их не одеваю, потому что у меня обуви подходящие для платья нету. Да, это чтобы ручку писать. А я две открытки. Дети мне подарили подарки. Я вам... Сейчас Машенька там засняла, я озвучу и покажу вам все, что подарили. Спасибо им большое. Спасибо большое подписчицам моим, которые меня поздравили. Очень много людей меня поздравило, в личку написала. Итак, огромное вам всем спасибо. Дай Бог вам здоровья. И хочу также поздравить всех, у кого сегодня день рождения. Вас всех поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. Я сейчас готовлю кушать на печке. Пока готовим кушать. Потом сядем с тортиком, чай попьем. Как раз уже почти все ученики пришли домой. Ну, еще только старшая Света не пришла. Ну, она, скорее всего, гуляет. А так уже у меня все пришли ученики. Поэтому сейчас будем пить чай с тортиком.
Хочу еще ответить на один вопрос. Мне написала моя подписчица Настя. Скажи, пожалуйста, я хочу чисто Маше, прямо на Машину фамилию и имя, отправить посылку. Дорогие друзья, Маше вы не можете пока отправить, потому что ей нет 14 лет, у нее нет паспорта для того, чтобы она ее получила. Вы можете только на мое имя ей отправлять. Поэтому извините, но никак. И хотела... Лучше не надо. Я не хочу, чтобы разделяли моих детей. Вот именно вот это вот хороший ребенок. Ей посылку надо, а остальным, значит, не надо. Нет, ребят, так не надо делать. Я вас очень прошу, поэтому не надо никакие посылки отправлять. Спасибо всем за понимание. Дорогие друзья, достали мы тортики. Какой, Маш, первый хочешь? Вот этот? А потом уже вот этот. Вот будем сейчас в честь 1 сентября. Ну и в честь моего дня рождения будет тортик. Нарезать такой красивый, с колокольчиком. Сейчас открою еще и сфоткаю, покажу вам. Всем добрый день, дорогие друзья! Хочу сказать спасибо сразу за ваше поздравление. Сегодня, как вы знаете, 1 сентября. Сегодня мой день рождения. Ура! Ну, я его, по идее, не праздную. Но суть не в этом. У меня сегодня пришла вот такая вот посылочка от нашего любимого Василька. Подарок на день рождения. Сразу говорю, помогали выбирать мне дети. Поэтому сейчас мы с вами откроем. И посмотрим, что же там на меня навыбирали. Сразу скажу, что ссылочки все вы найдете в описании под видео. Там очень много разных новинок, поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте. Так, тут должно быть много всего, поэтому наливайте себе чаек, кто любит кофеек. Еще будем приступать к просмотру. Так, ну давайте первое. А это Светин заказ. Тут еще что-то должно быть Светина. По-моему, тут нет. Светлый костюм еще его должен быть. И вот это. Так, ну давайте вот это. Помните, я заказывала ей черные брюки. Прошу прощения. Просто дети там прыгают. Так, я в том видео, в том заказе заказывала Свете брюки. Поначалу она не очень их хотела. А сейчас она очень их хочет и хочет все цвета. Но тогда получилось так, что там на определенную сумму дают. И не получается много заказать. Поэтому в этот раз опять ей пришли штаны. Вот такие, вот такой расцветки. Штаны очень хорошо, она придет потом померить, я вам скажу. Но черные она носит, ей очень понравились они. И также костюм на физкультуру. Мы уже заказывали костюм ей, не помню какой расцветки. Вот такой вот оверсайз, футболка и шорты. И она еще один заказала, вот такой вот костюм. Очень ей понравился. На физкультуре решила она светлый взять. Поэтому взяла все, что было для детей. Дальше. Это костюм женский, оверсайз, Тиффани. Что, она такой же мне, что ли, положила? Сейчас посмотрим, что за костюм. Ну, она, походу, делала такой же. Ванечка, сядь, посиди. Да, шорты вот такие вот. И вот такая вот, ребят, футболка. Футболка, конечно. Ну, посмотрим, как она на мне будет смотреться. Но она оверсайз большая. Можно было поменьше даже размер брать. Но шорты, по идее, должны быть хорошо. Ну, если что, так посмотрю. Дома ходить все равно пойдет. Я не думала, что она мне такое заказала. Ладно. Давайте вот это. Футболка мужская, 48 размер. Это я заказала Егору. У него футболок мало. И я увидела такую футболку, и мне она очень понравилась. Вот такая вот красота. Такая, знаете, морская волна, да, можно сказать. Но мне очень понравилось, поэтому я заказала ему. Потом Егора обязательно померит. Дальше. Я люблю рубашки. Поэтому я заказала себе рубашку в клеточку, ребята. Рубашка в клеточку.
Я давно на нее поглядывала, я давно хотела ее. Ну, блин, что-то вот меня вот терзали сомнения, но в этот раз я все-таки решила, закажу. Очень мне нравится, очень многие блогеры заказывали, я у них потом спрашиваю, говорю, как по качеству, многие сказали, очень хорошая рубашка, поэтому, ребят, я заказала. Я заказала на себя рубашку. Вот такая вот внизу, она закругленная идет немножко, удлиненная, и 3/4 рукав. Вот такая рубашка. Обязательно сегодня с вами померим. Я довольна. Спереди есть 2 кармашка на груди. Я довольна. Наконец-то я ее заказала. Если она на мне сядет хорошо, то в будущем я хочу других расцветок еще заказать. Сейчас сразу достану все из пакета, чтобы сильно не шуршать. Дальше. Бриджи женские. Заказала опять попробовать. Я до этого уже заказывала, ну, 52 размера, и они мне были узкие. Они очень сильно маломерят. В этот раз я заказала 54 размера. Вот такие вот коротенькие бриджики, обычные черные бриджи. Где-то под туничку, где-то вот так же с рубашечкой одеть, самое то. Заказала, обязательно сегодня померим как раз вот с этой красной рубашечкой. И посмотрим. Ну, по качеству они мне нравятся. Я уже предыдущие заказывала, мне по качеству нравятся. И, ну, я и отдала своей знакомой, так как они мне узкие были. Дальше футболка женская. 52 размер. Футболки у меня в основном всегда отбирает моя дочь Светлана. Сейчас, потому что мода оверсайз. И она считает мой размер как раз оверсайз. Я себе заказала вот такую вот обычную, без всяких, просто надпись. И все. У Света такая же, но черная. А я себе такая, знаете, зеленый оттенок, темно-зеленого. Вот такая футболка. Очень приятная, кстати, на ощупь. Померяем и посмотрим. И знаете, мне на Васильке понравилось очень много футболок. Но вот только то, что там нету на некоторые футболки больших размеров. И это очень огорчает. А в каком-то смысле подталкивает. Надо, ребят, худеть. Чтобы больше можно было красоты заказать на Васильке. Дальше. Так, это что такое? Это туника. Это уже выбор моих детей. Что за туника, интересно? Спортивная. Ого! Ребят, вот такая вот. Честно, я в шоке. И она мне будет большая. Хотя она 52-54. Но она, ребят, огромная просто. Ну, она прикольная, туничка. Ну, сейчас, по идее, мода так. Но я померю, и вы потом мне напишите в комментариях, как вы считаете, хорошо она мне будет или нет. Ну, интересная. Она, что мне интересно, вот то, что видите, внизу вот так закруглённо. И вообще, в попе она немножко будет закруглённая. Неожиданный выбор моих детей. Но посмотрим. Мне даже самой интересно, а как она будет на мне выглядеть. Дальше, дорогие друзья, что же это такое? Водолазка. Это я выбирала водолазку. Водолазку я уже давно хотела. Водолазок у меня нету, а зимой вот очень хорошо одеть водолазку. Вот такая вот обычная водолазка с воротничком коричневого оттенка, темного такого оттеночка. Очень хорошая водолазочка, на ощупь классная. Померяем, посмотрим, скажем, как она будет. Маломерит или нет. Но я надеюсь, что она не маломерит. Дальше. Это что такое? Это костюм. Ого. А это что такое? Я хочу вот это посмотреть. Платье Элли. Темно-синий, 52 размер. Я надеюсь, что Света мне не заказала такое платье, как у себя. Ну, по вот этим вот штучкам уже вижу, что не такое. Слава Богу. А то будем как инкубаторы в одинаково ходить. Ой, так оно удлиненное, ребят. Вот такое вот платьишко. Поясок. Такая ленточка. Поясочек. И оно удлиненное. Длинное идет платье. Рукав коротенький. Обязательно с вами померяем, посмотрим. Но по качеству мне, ребят, очень нравится. Карманов. Карманы есть по бокам, ребят. Потому что некоторые спрашивают, и в талии оно приталено должно быть. Померяем, посмотрим. Ну вот, нравится. По идее, простенькое такое, да, удлиненное, простое.
Ну, я как бы на платье, знаете, так. Нет, домашнее обычное я как бы ношу дома, а на выход платье как бы не это. Ну ладно, не в этом суть. Дальше, костюм. Тут какой-то дочь мне тоненький костюм заказала. Костюм тонкий, сразу говорю. Очень тоненький, просвечивает даже. Ну, вот такие вот штанишки. Очень тонкий, ребят, костюм. Ну, чисто для дома ходить. Кармашки. И к костюму идет кофта. Вот такая вот кофточка. Очень тонкий, конечно, костюм, но расцветка мне очень нравится. Это или на лето чисто не сильно такое жаркое. Но костюм, серьезно говорю, очень тонкий, очень просвечивает. А так в целом размер у него 52 тоже. Вот такой вот костюмчик. Сейчас, дорогие друзья, вот такой вот у меня был заказ. Все, больше там ничего нету. Сейчас мы с вами все обязательно это примерим и посмотрим. На Васильке очень часто, ребята, обновления, а в Инстаграм у них очень часто проходит конкурс. Поэтому проходите по ссылке, подписывайтесь на их Инстаграм. Там вы сможете выиграть какой-нибудь приз от нашего любимого Василька. Я тоже всегда участвую в конкурсах, поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте. Ну что, приступаем к примерке. Дорогие друзья, вот так вот выглядит платье. Платье чуть ниже колена. Ну так, в принципе, вот оно, вот так вот идет. Ну, в принципе, неплохо. Вы напишите обязательно в комментариях. Ну, можно даже, ребята, и на выход. Вот одеть капрончики, например, туфельки сверху, какой-нибудь пиджачок или курточку. И можно идти на улицу. В принципе, так-то неплохо. Вот эта завязочка, она, знаете, такие шершавая немного. А так, в принципе, удобно. Напишите обязательно в комментариях, как вам. Та-дамс! Ну что, приступаем к следующей примерке. Дорогие друзья, здесь мы сразу с вами меряем две вещи. Это рубашка и джеггинсы или лосины, как по-другому можно хоть как назвать. Рубашка очень довольна, слушайте, вообще супер. Прямо вот два кармашка есть, и она, видите, как идет. Лосины тоже. Смотрите, они мало мерят. 54 на меня сел идеально. И они чуть ниже, видите, колено. Слушайте, классные. Мне очень нравится, рекомендую. Дорогие друзья, вот спортивный костюм. Мне он в целом нравится. Но вот единственное, что он очень тоненький. И как бы сильно в обтяжечку. Но он очень тонкий, ребята. А так, в принципе, неплохо. В жаркое лето будет самое то. Ну, а вы напишите. Дорогие друзья, одела я вот эту вот тунику, которую Света заказала. Знаете, вот я сейчас смотрю на себя, я понимаю, что это надо с какими-нибудь лосинами или что-нибудь наподобие одевать. Просто так это нереально. Это надо какие-нибудь лосины тоненькие одевать. Ну, а вы напишите, как вообще вам вот это вот вещь. Сзади оно удлиненное немножко. Ну, а так мне даже очень нравится. Ну, а вы пишите. Еще один костюм. Оверсайз. Шорты такие. Шорты, кстати, очень, ребят, удобные. Мне нравятся. На шортах есть карманы. И также футболка. И цвет мне очень даже нравится. Ну, а вы обязательно пишите в комментариях, как вам. Следующий — это футболка. Обычная однотонная футболка. Ну, с лосинами, которыми вы уже видели. Напишите, как вам. Дорогие друзья, водолазка, которую я уже говорила давно, что я хотела ее заказать. Она очень удобная. Она к телу приятно прилежит. И воротник высокий, как я хотела. Скоро холода наступает, надо утепляться. Ну, вот такая вот водолазочка. Решила я, ребят, еще раз одеть вот эту вот тунику. Но уже с лосинами. И смотрите, как оно сейчас. Мне кажется, вообще классно. Как ты, Света, смотришь? Нормально. Ну, вот такая вот туничка. Ну, а сейчас будет примерять со Света. Так, дорогие друзья, ну, Света померила костюм. Вот такой вот.
шортами. Шорты подними, покажи футболку. Шорты. Ну, мы уже заказывали такой, ей очень понравился. Сейчас, что тебе еще померить? Штаны померить. Так, дорогие друзья, теперь померили штаны. Ну, по длине оно те же, что и черные, да? Ну, они вот, она сейчас босиком, а когда она обувь одевает, они на ней нормально смотрятся. Повернись попой. И вот так вот попой. Поворачивайся. Карманы также есть, да? Также два кармана имеется. Так что проходите по ссылке в описании и заказывайте. Желаем приятных покупок.